Восстановиться после тяжелого ранения или встать на ноги после инсульта. Как работает реабилитация в Израиле, специалисты крупнейшего на Ближнем Востоке медицинского центра рассказывали харьковским медикам. В научно-исследовательском институте протезирования обсуждали и конкретные истории болезней пациентов, и методики лечения. В следующие 10 дней практикующие израильские эксперты проведут тренинги еще в нескольких городах Украины. Уже в первый день визита в Харькове договорились о дальнейшем сотрудничестве. Сегодня у нас будут лекции, также мы встречаемся с пациентами и их семьями. Некоторые из них сразу получат специализированную консультацию. Надеемся, что израильские эксперты смогут оказать помощь и по реабилитационным технологиям, и по решению наиболее сложных случаев, которые есть на сегодняшний день в центре. Основной идеей є створення постійного центру в Україні, який буде надавати можливість готувати фахівців, обмінюватися досвідом, створювати програми. Рами спеціально під ту особу, яка цього потребує, та дивитися на тим, як проходить реабілітація складних травм для того, щоб якнайшвидше люди поверталися до нормального життя.